Приветствую всех на моем канале. Сегодня я наконец-то решил записать новое видео в связи с такой классной вещью, как выход бета-версии флота Тау для Battlefleet Gothic Armada. Собственно, я уже набрал флот, и пока что это единственное, что я сделал. Давайте для начала глянем, что у них тут за способности. Знает. Посмотрим, что представляют из себя эти корабли в битве. Там в бонусах и минусах расы было написано, что они хороши на дальней дистанции, но плохи в ближнем бою. И что у нас тут? Так. Клянский астероид. Что тут расстанавливать-то? Сюда. Какой сюда? The Ethereals guide us! Так, вижу один корабль. Точнее, сигнатуру корабля. Наверное, это сигнатура. Your orders, Coral. Прекрасным дополнением к моему стилю. Я все же сначала скажу, что так, да, дистанцию уничтожить. To spread the greater good. Coral, ready. У нас нет, кстати, телепортации на вражеский корабль летал. At your orders, Coral. В принципе, зато у нас есть мои любимые тоже силовые повороты и ускорение. Сколько думаете, там один легкий крейсер и пара эскортов, или уже два легких крейсера? Я думаю, все-таки один крейсер и два эскорта. Your tide engrams online. Drones have identified an enemy target. Disengaging pure tide command link. Weapons hot. Honor the teachings of Bjorn. Aircast ready for orders. Gravitic drive engaged. Maneuvering thrusters engaged.
serve the Corvatra. How may I serve the Tau? To spread the greater good. Target acquired. At your orders, Kono. Honor the teachings of Viola. Strike the killing blow. For Anva, it will be so. Drones have identified an enemy target. Corel, ready. As the Ethereals wish. Pyotide engrams online. Pyotide engrams online. Targeting sensors, lock on! Disengaging Pyotide command! Shasta, triumph for the set! Я чувствую, ребятам, подожди, Хатсу. Да. Капец. Эльдары покрасивее будут. Какой-нибудь бы с какой-нибудь видящий эльдар бы повстречаться, пообщаться. Не удержался это сказать. Ну, давайте еще рассмотрим их экипаж. Не знаю, стоит ли проводить еще бой. Ну да, стоит. Посмотрим заодно, что у них там дальше. По-моему, уже на втором уровне открывается средний крейсер. Так, ладно, у нас по стандарту всегда сначала крит урон стоит на уровнях. Ну, потому что это работает по стандарту. Мне кажется. Секунду. У нас пушки это или сатроны, да? Тогда их нужно качать. Они эффективны довольно-таки. Ладно, давайте приступим к следующей битве. Да кто вообще использует сминцы в этой игре? Ни разу их не видел. Ну, кроме и естественно. Эти-то любители их сливать. Так, еще вот, посмотрим. Я на них сначала внимания не обратил. Бесполезная штука. Монтка! The killing blow brings the enemy's end. Как он меня назвал? Шире их поставим для разнообразия.
As the Ethereals wish. Разве что единственное вполне возможно было бы послать эсминец вперед, определить вражеские корабли и открыть какое-нибудь здание дистанции. Но вот какая проблема в этом плане существует. To spread the greater good. Сложно игнорировать. 46 очков-то. The Tau-Var shall prosper. For Anvar, it will be so. We serve the Korvacha. The Tau-Var shall prosper. Кор-Эл ready. 4. Чёрт, это уже много. Gravitic drive engaged. The Ethereals guide us. Honor the teachings of Viola. To spread the greater good. The patient hunter gets the prey. Pyotide engrams online. Disengaging Pyotide commanding. Engaging Pyotide command link. Pyotide engrams online. Targeting sensors lock on. At your orders, Koro. Disengaging Pyotide command link. How may I serve the Tau-Var? Капец, серьезно? Closing on your position. Disengaging Pyotide command. Maneuvering thrusters engaged. Pyotide engrams online. Calculating new vector. Disengaging Pyotide command link. To maximum. Corel, back. Disengaging Pyotide command link. Дуэль. Одна. Pyotide engrams online. Pyotide engrams online. Disengaging Pyotide command. Pyotide engrams online. Pyotide engrams online. Что? Pyotide engrams online. P-
Pure Tide Engrams online. Primary systems taking heavy damage. Значит, это у нас, скорее всего, был как раз тот корабль за 72 очка, хотя... Нет, это был другой, в котором ангар. Нет, ладно, конечно, проиграли, но это пофиг. Проблема в том, что другой бой придется проводить эсминцами. А корабли устанавливаться будут два хода, если я не ошибаюсь. То есть два боя. Ладно, не важно. Это что уж там, давайте-ка я хоть поставлю здесь в меню на высокий, посмотрим на более детализированные модели. Что-то изменилось, наверное. Вроде не особо, на самом-то деле. Так, на эту модель смотреть особо нет смысла. Блин, нравится. Это у меня какие-то проблемы, или это, в принципе, проблемы с модельками еще? Это просто бета флота Тау, может быть, в этом дело? Хотя вроде и нет. Странно это немного выглядит все-таки. Слишком долго для подгрузки, мне кажется. Ну хорошо, в общем, посмотрели мы пока на флот Тау. Мне довольно будет интересно за них играть, но вот не знаю, будет ли у меня, в принципе, по ним видео, так как, ну, сами видите... Пока у меня не особой симпатии не вызывают. Это не... Ну просто дело в том, что мне не особо нравятся корабли, которые разваливаются от одного плевка. Я, конечно, не люблю ходить на таран в этой игре. Да и почти не делаю этого никогда. Но вот использовать торпеды для залпа на ближней дистанции мне нравится. Да и вообще я предпочитаю более контактный бой, чтобы не дать противнику сбежать в варп. Ну и местные торпеды мне тоже пока не нравятся. Да, надо будет еще подумать по поводу того, играть не за флот Тау или нет. Ну, в принципе, вы можете оставить свое мнение в комментариях, это будет довольно интересно. Ваше мнение важно для меня. Давайте еще вот черты посмотрим, я про них на самом деле забыл совсем. Давайте посмотрим. Развивающиеся технологии, которые не существуют у этого флота. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых.